Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. 12-й день, забираю сундук и смотрим, что нам из этого сундука выпадет. Так, скляночки, это хорошо. Так, ну и немножко рун. Но самое главное, склянки, потому что мы на них копим. Так, что нам здесь выпадет? 600 тысяч древесины и... Ух ты. Так, криволап. А у меня в наличии он есть. Друзья мои, что будем делать? Отпустить его? И он так мало стоит. Конечно, отпускаем. Ну, зачем нам криволап, если он у нас есть, согласись. Так, давай посмотрим по событиям, что у нас. Как ты видишь, пустота, ничего нету. 40 железа мы наконец-то с тобой добыли. Естественно, я сразу отправляю. А может быть, нам уровень ему поднять, а? Ну-ка. Да, кушать-то он, конечно, горазд. Давай-ка мы с тобой возьмем еще рыбы. Благо, у нас она есть. Так, давай кормить. До 90 уровня. Давай-ка мы его прокачаем. Мне кажется, он будет приносить уже 3 железа. Хотя нет, не точно. Но проверить можно. Да куда я кликаю-то, господи. Да, друзья мои, на 90 уровне он приносит мне 3 железа. Это круто. Слушай, а это что еще такое? Обучить. Сколько? 3? 5. И что это у нас тут? Шанс успеха мизерный. То есть мы его дальше будем прокачивать в титанов какого-то суперского. Даже не знаю, ребят. На данный момент, я думаю, стоит нам его отправить на поиски. Да, на поиски железа. Ну что, водорез, ты полетишь за древесиной. Громоль тоже за древесиной полетит. Так, беззубик пока постоит на месте. Древоруб за древесиной, бегом. Костолом тоже за древесиной. Так, эти паршивцы мне что тут принесли, давай посмотрим. Спасите драконов. Так, лети, бесплатно спасай драконов там каких-то. Барсик, что у нас Барсик принес? 12 рун. Хорошо, годится. Где-то поблизости. Давай. Ух, ты видел, сколько там? 50 железа можно было бы. Нифига себе, ребята. Ну, не факт, что нам дадут, согласись. Так, а здесь 25 шестеренок. По запаху бесплатно, лети. И Грамгильда, найдите командира. Пускай ищет командира. Все. Так, эти ребята у меня полетели на задание. Так, беззубик, мы с тобой разберемся чуть-чуть попозже. Вначале давай здесь посмотрим, что у нас. О, топорик. Отлично. Мне как раз, по-моему, одного топорика не хватало. Здесь у нас скалотряс выпендривается, пускай летит. Так, что под смерти? Не-не-не-не-не, давай-ка. Да, за древесиной. Кривет, 21 миллион рыбы, прикинь, приносит. 21 миллион рыбы. У этого 30. У весной чес. А где он, кстати, сам находится-то у меня? До сих пор на сборах. Вернуть и опять собирать. Этот 19 миллионов. Да, чувствую, ребята, силу чувствую. Так, этого кормим. И отправляем его обучаться, буйволорд. Здесь брюхоглоб. Так, давай, лети. Шипотень. Тоже, ребята, отправляем его на тренировку. Будем заниматься с тобой эпическими картами. Будем прокачивать их. Потому что дальше, ты сам понимаешь, очень много нужно ресурсов. Очень много нужно вообще всего. А для того, чтобы это добывать, нам, естественно, нужны с тобой обалденно прокачанные драконы. Так, ну что, у нас с тобой есть 40. Строим. Меня зовут Плевак, а мой прекрасный дракон Лаврик по имени Ворчун. Ать. И это будет, ребята, делаться 2 суток. Хижина Плеваки. Отлично, ну что ты стоишь здесь, грустишь? Так, чешуйку он мне дал, естественно, тусклый янтарь. Отправляем его на поиски. Дальше переходим с тобой сюда. Какой-то талисман и опять же тусклый янтарь.
Окей. Так, а ты что, малышок? Ты, наверное, хочешь тоже потренироваться, да? А, к сожалению, академка уже забита. К сожалению, уже забита. Так, ну что у нас тут остается? Давай, наверное, еще пак с тобой откроем. И, пожалуй, я еще и за рекламу гляну. Так, монетки Одина, плюс выпадает нам ужасное чудовище, крылатый ужас, громоль, ресурсы. Так, монетки пока, наверное, не нужны. Сколько у нас банок? Так, 10 дней, друзья мои, остается. А... Подожди, а где банки-то мои? Так, погоди секунду. Где мое количество банок? Я что-то не понял. Где смотреть-то это? Что-то не врубаюсь. Подожди секунду. Что, совсем что ли ослеп? Я не пойму, где. Слушай, хоть прибей меня. Я что-то не могу врубиться. Где мне посмотреть, сколько у меня банок? Раньше, по-моему, нажимаешь и все, и тебе показываются сразу банки, сколько у тебя их есть. Купить этого дракона? Да нет, я не хочу как бы покупать. Почему вы мне не показываете, сколько у меня? Бесплатные. Так, наверное, давай мы с тобой посмотрим пак заодно, да? Бесплатный, пока есть возможности. Монеты Одина 6 штук. И сам пак. Шторморез. Так, кошмарный пристеглов, крылатый ужас. Ну и, как обычно, ресурсы. Мало, но на халяву, как говорится, и уксус сладкий. И все-таки я не пойму, сколько у меня банок. В неведении. Ладно, будем с тобой тогда ориентироваться на деньки. То есть 10 дней у нас остаются в запасе. Сюда нам хватает, а вот сюда нет. Но мне кажется, где-то еще тысячи две-полторы точно нам нужно. Кстати, давай-ка мы здесь заберем по обмену блестящий янтарь. То есть есть, да? Есть. Плюс заберем свои награды. Не забывай, что мы за выполнение вот этих заданий тоже получаем с тобой склянки. То есть по 30, по 50 штук. Это тоже немаловажно. То есть по соточке можно накопить. Так, получить 300 миллионов единиц древесины. Отправить драконов в приключения. Две штуки. Так, отправить легендарных драконов на поиски. Вот, видишь, уже соточку здесь заработали. Так, принять участие в обороне Олуха. А что у нас в еженедельке тут находится? Победить свирепых драконов в схватке. Так, обучить 20 драконов. То есть вот это было бы тоже неплохо, ребята, получить, но... Но это нереально, потому что мы не успеваем с тобой просто-напросто. Так, заодно откроем пак. И, кстати, сегодня, да, у нас будет арена. Мы пойдем с тобой на арену набивать паки. Так, парящий прихвостень. Открываем следующий. Что у нас тут? Это неинтересно. Потому что я не всадник драконов. То есть у меня VIP-подписки нет, поэтому как бы... Это нас не интересует. Что тут? Давай проверим еще раз наше владение. Угу, крылатый ужас. Ну, мало, конечно. Очень мало. Пускай, ладно, идет дальше, добывает. Так, громобой тут стоит, грустит. Улучшить. Кстати, максимальный уровень дракона 91. А, то есть нам нужно с тобой в любом случае еще 5 железа, да, для будущей прокачки. В общем, короче, я тебе скажу следующее. У нас начинается упор именно на железо. Очень много требует от нас железа. Хвостояр. Тоже неплохо, хвостояр. Так, а ты что у нас тут? Кошмарный пристеголов. Лети. Будем делать из тебя титана. Пытаться. Ну что, вроде бы я все сделал пока.
Так, погоди секунду. Погоди, погоди, что-то я хотел. Я хотел. А почему вот эти вот закрыты, объясни мне. Почему вот они закрыты? Начать. Так, ну что, у нас топорики вот эти все собраны. Здесь немножко не хватает 7. Тут 30 топориков этих вообще дофигища и фруктов. За 51 тысячу. Закончить за 51 тысячу, да. Этого я никогда не смогу сделать, наверное. Так, подожди, это... А здесь-то у нас что? Слушай, смотри, буйволорд-дикарь. Не хватает вот этих вот ракушек. Трески. Здесь лопат не хватает. И вот этих вот маленьких фигурок. Здесь нам не хватает. Дофига чего не хватает. Здесь шестеренок. Ну, здесь шлем, но я не знаю, стоит ли вообще здесь тратиться. Так, в общем, погнали-ка мы на арену. Схватка. Будем выступать. Ну, сколько у нас получится? 6 поединков. И, в принципе, все. Будем ждать, когда построится дом Плеваки. Это через 2 суток. То есть у нас появится еще один герой. Кстати, мы с тобой еще не отправили никуда нашего беззубика. Надо будет что-то с ним после арены придумать. Так, ну что, давай, наверное, атаковать громобоя. Так, вдвоем они сейчас ходят. Потом начнем веселиться мы, да? То есть шторморез плюс... Шторморез плюс наш кривоклык. Так, надеюсь, он массовую атаку не будет делать? Не будет. Лаварык мне не страшен. Хотя бомбит он довольно серьезно. Так, что-то здесь пахнет, ребят, керосином, по-моему, да? У него сейчас будет 5 энергии, и он наверняка сделает свой суперудар. Конечно же. Фигушки, ну пусти такой момент. Вот так вот. То есть барсика моего сразу сдуло. А мы с тобой сделаем вот так. И начинаем бомбить с тобой лаварыга. Так, понизим ему еще броню. И я думаю, что, наверное, 2 укусика ему будет достаточно. Раз. И... Давай вот так, наверное, лучше сделаем. Все. Первая победа за нами. Так, а здесь у нас кто? Я смотрю, кошмарный пристеголов, да? Громоль плюс шторморез. Ну, поехали. Начнем, как говорится, веселиться. Кстати, может быть, нам изваяние купить? Мне один из подписчиков посоветовал взять летнее изваяние. Я просто сижу и думаю, у нас уже вроде бы как лето заканчивается. Нужно ли оно сейчас? Может быть, лучше купить зимнее изваяние? Так, подожди. Давай, наверное, громельку с тобой немножко помурыжим. Блин, он еще и повышение атаки себе сделал, а? Ну ты жулик, а? Полюбуйся на этого громели. Что-то мне не нравится. По-моему, сейчас они вырубят мне. Не успел. А кто не успел, тот опоздал. Ну все. Этого штормореза мы должны, в принципе, с тобой уделать. Да. Тем более он атакует не того, кого надо. А мы с тобой опять захиливаемся. И добивка. Вот, как-то так. Ух ты, давно я не видел ветрокрыла. И вот он появился. Ветрокрыл, ужасное чудовище. И плюс, опять же, барсик. Как-то так. Окей. Ну, естественно, я, наверное, все-таки добью ужасное чудовище, чтобы он мне тут глаза не мозолил. Ай-яй-яй. Так, в опасности у нас с тобой шторморез, кстати, в большой опасности. Блин, это, наверное, ушатает. Траванул, ты посмотри, а. Так, хильнуться успеем, успеем. Успели хильнуться. Блин, наверное, все-таки надо было вот этого барсика бомбить вражеского. Почему? Ну, потому что, несмотря на то, что у него 17 уровень, он разбирается все-таки намного легче.
Так. Ну, ладно. Фиг с ним, потеряем мы, короче, с тобой нашего штормореза. Как ни крути, его вот этот ушатает. Ну, а мы ушатаем, в свою очередь, тогда его. Давай тоже так же. Нет, хотя да. Пускай тоже будет отравленным. Два хода, насколько я помню, держит отравление. Так, и добивка. Все. Ну, а мы с тобой открываем первый наш пак вождя. Шипорез, ужасное чудовище, косолом дикарь, острокрылый змеевик и погибель Хаферсона. Как видишь, по пакам опять нам не очень хорошо повезло. Выпали обычные. Так, ну что, поехали дальше. Получим еще один второй пак. После этого отправим нашего беззубика на какое-либо задание. И купим, скорее всего, какое-то изваяние. Ага, шепот смерти, да, получается? Шепот смерти, ужасное чудовище и опять же вражеский барсик. Ну что, давай этого быстренько попробуем сейчас ушатать. А быстренько и получится, он сейчас будет делать суперудар. У него 3 энергии, и он 100%. Да. Хоть бы раз, ребята, отказался. Нет, смотри, как жарит, а. Очень сильно. И, скорее всего, барсика мы потеряем, да? Хотя нет. Жалко, конечно, что у нас не хватает энергии. Давай, наверное, все-таки сделаю вот так. Но это уже прям закономерность какая-то, что во время поединков нужно обязательно сделать вылет. Так, ладно. Переигрываем этот поединок. Ну, я не виноват, что игра вылетает. Хоть один раз за серию такое случается. Так, ну здесь немножко уже другая команда, конечно же. Тут Клыкокрив, да, или как его? Клывокрив, по-моему, Клывокрив. И ужасное чудовище. Ну и плюс скала. Ох, ё-моё, смотри-ка, бедный барсик. Бедный барсик, они его ушатают, наверное, скорее всего. Ну да, этот сейчас добьет. А этот еще и усилил атаку себе. Жук ты навозный. Ну и остается он один. Сейчас будет, естественно, делать разбег. Без этого он никуда. Промахнулся. Вот ты нубас, а. Это хорошо, что он промахнулся. Это означает, что сейчас мы его будем, ребята, разносить в пух и прах. То есть ему буквально два удара. Раз и два. Отлично. А в этой команде против нас. Ага. Прихвостень здесь, да? Громыль. И ветрокрыл. Ну, тут понятное дело, что надо начинать с прихвостня. Манал, я его фаербола здесь терпеть. Этого пока трогать не будем. Надеюсь, эти будут все-таки сливать энергию на всякую ерунду. Так, поехали. Понижаем сразу защиту. Делаем пробивной. И беремся, наверное, вот за этого. Стоп. Стоп, 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 друзья мои. Он сейчас будет ходить. Он будет ходить с массовой. Ё-моё. Мы не успеем. Мы не успеем сделать слив. Так, он сейчас будет морозить. Ты смотри, я вообще-то думал, что он будет морозить. Ёк-макарёк. Я бы тогда не тратил бы хил. Я бы оставил бы, чтобы мы могли повесить слепоту. Твою дивизию. Ну кто же знал, вот сейчас обязательно он, наверное, сделает. Да, в тот раз не сделал, а сейчас замораживает. Ох, ё-моё, все, барсику крышка. Блин. Нам нужно поспешать. Вот тебе и поспешали. И опять заморозка. Все, друзья, фейл. Он меня не выпустит. Двойная энергия идет. Они меня не выпустят. Он меня сейчас... Хотя... Давай вот так вот я все-таки рискну. Ну, шансов здесь на выживание нету, ребят.
Этого я, конечно, ужатаю, но ты должен сам понимать, что Громель меня... Да ладно. Ну, в любом случае, тут не выжить. Да, бывают и такие, ребята, дела. А здесь у нас Громорог. Опять же, вражеский барсик и плюс кревет. Начнем, пожалуй, с кревета. Потом перейдем на барсика. Ну, а потом уже Громорога. Как-то вот так я планирую. А уж получится или нет, сейчас будем смотреть. Достал уже, а? Понизил еще, блин, атаку нам. Так, ну что, кревета мы уже вырубили с тобой, это хорошо. А этот будет пламенем, да? Если он как барсик, то пламени у него нету. У него будут обычные атаки плюс отравление. Это максимум, что он может сделать. Ну-ка, смотрим. Ну да, скорее всего, это как наш барсик. Давай, наверное, вот так сделаем. И ударчик. Удвоение энергии. Поехали. Раз. Плюс опять отхил. И плюс атака. Вот и все. Ну вот и второй пак вождя мы с тобой заработали. Шторморез, змеевик злобный, так, громобой защитник и кривоклык. 5 карточек. Как-то так. Ну что, интересно, мы с тобой сможем, например, сделать защиту олуха? А? Так, улучшить. Чего нам не хватает? Загружаются необходимые данные. Так, разбей вражеский флот. Ну что, давай попробуем разбить вражеский флот. У нас тут весночок. Подожди. А, ну да, да, все нормально. 90 уровня. Нам нужны именно вот такие вот бойцы. Именно они наносят колоссальный урон. Ну-ка. Ё-моё. Ну что, защитите улух. 3, 2, 1. Поехали. Как весночёс, интересно, бомбит. Ух, хорошечно он шпаривает, посмотри. Да, вот здесь вот кревет, конечно, не особо хорошо. Блин, ну... Да что ж такое-то? Давай, может быть, поможем? А, не хватает энергии. Ну, что такое? Не хватает энергии. Так, ветрокрыло сейчас мне бомбанут. Ветрокрыл уже, ребята, отдуплился, как мы видим. Так, мы уничтожили этот корабль. Так. И по итогу... Блин, мы потеряли свой один ключ, но это не страшно. Ай-яй-яй-яй-яй, весночёс, ребята, отступает. Ну, я не знаю, попробую помочь, конечно, ему. Раз. И два. Успеет ли? Нет. Кревет, к сожалению, тоже не успевает. Ребята, не получилось у меня защитить, к сожалению. Сколько там остается времени? Ну, в принципе, на два удара. Нет. Беззубик, к сожалению, не успеет один справиться. Надо было все-таки вот в этом направлении... отправлять больше драконов. В общем, я отступаю, потому что, ну, не справимся. Не справимся. Обидно, не смог я, значит, защитить олух. Второй попытки уже не будет, потому что там, по-моему, откат по времени идет, насколько я помню. Надо укрепляться, надо прокачивать. Как минимум, я так понимаю, нужен 100 уровень. Только после этого будет какой-то, друзья мои, эффект. Так, ну что, беззубика мы с тобой отправим, наверное, в приключение. У нас есть какое-то специальное задание для него?
Так, пускай поищет сладкую смерть. Тут вроде бы как искал он. Ладно, пускай еще идет. Так, какой-нибудь можно здесь? Бесплатно только, если его отправить. Ну и давай посмотрим по поводу изваяний. Где они у нас? Здесь? Изваяние общего сбора, так это не то. Вот, летнее изваяние. Что он дает? Так, время в свой сезон 16 часов. Время не в свой сезон 32 часа. Награды, руны, предметы для обмена. Ну, в общем, давай попробуем вот это вот. Тут местечко как раз у нас и есть. Тоже будет, друзья мои, строиться двое суток. Сразу, я так понимаю, у него будет максимальный уровень. Прокачивать ее не надо. Ну что, друзья мои, а на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!